Йоу-йоу-йоу! Эй, всем привет, друзья! Меня зовут Андрей, это канал Александр Тутбанер и вместе с Медплей. В притче 14 говорится нам, что есть путь, который кажется человеку правильный, в конце концов все-таки ведет к смерти. Как и нашего Ронана О'Коннора привел путь к смерти, потому что он был копом, он знал свой путь, он шел к этому пути, но в итоге, соответственно, он стал призраком, он стал тем, который, соответственно, после смерти, что ждет нас всех, наверное, потому что все-таки жизнь после смерти, скорее всего, есть, раз нам тут показывают игра, и вообще, друзья, говорят, что все-таки, да, есть жизнь после, соответственно, смерти. Как-то так. В общем, друзья, мысли об этом, как же хочется залезть в ее голову и все-таки прочитать ее мысли. В этой игре, друзья, мы частенько видим, соответственно, как наш Ронан О'Коннор постоянно залазит ко всем в голову. Это реально круто, знать мысли чьи-то, когда ты не знаешь итога какого-то или еще что-то, да. В общем, хочется знать, хочется узнать, но, в общем, как-то так. Камера, вон там. Да, мы с этой, соответственно, девушкой пробираемся, и мы где-то здесь закончили. Мы же даже где-то не здесь закончили. Уайрис через 15 минут. Шоковая терапия. Это когда по мозгам током фигачит? Вот черт. Да уж, лучше не скажешь. Пошли. Продолжаем, но на этом месте мы закончили прошлую серию. Напоминаю, что я маленечко болею, поэтому сейчас голос маленечко у меня будет другой, не как всегда. Но вы сами знаете, что лайк это необходимо. Это полезно, это для здоровья. Да, лайк обязательно поставьте. Ну и комментарий тоже можете написать, потому что комментарий это, друзья, обратная связь. То есть фидбэк должен был быть, и он должен быть. Комментарий тоже пишите. Интересно. Посмеялись, да? Поиграли и перестали, да? Окей, посмеялись, поиграли и не стали. Я понял тебя. Да. Но это, знаете, друзья, я не искал вот эту особенную дверь. Я ее вообще не искал. Но я принимаю судьбу в том, что пора закрыть эту дверь и идти в следующую. Как-то так, погнали. Еще одна камера, отключай. Как говорится, не написала не судьба. Вперед. Вот судьба такая у Ронана О'Коннора, друзья. Да, вылететь в окошко, быть застреленным собственным пистолетом. В руках был пистолет у этого звонаря. И как-то все вот так вот. Так, почему ты не идешь? Почему ты сюда не идешь? Вопрос. А, полтергейст, опа. Опа, 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 аккуратно. Камера. Окей, пробираемся. Я такой же сегодня призрачный, как и наш Ронан О'Коннор. Да, я же вроде камеру делаю призрачной. Так вот еще. Опачки, вот так вот, да. Вот так вот хорошенечко. Вот так вот спокойненько. Видишь камеру? Вижу. Я не такая невидимая, как ты. Выручай! Так, без проблем. No problems. И главное, не паникуй. Так, можем вселиться психом. Нужно принять во внимание то, что отец миссис Гвин впадал в ярость. Если она мешала смотреть по телевизору его любимые спортивные соревнования. Я не понимаю, как это может быть связано... Любое проявление гнева, и особенно со стороны мужчин, для нее является триггерной точкой. Я понимаю, что пациенты, а тем более те, кто заторможен действием лекарств, могут раздражать. Но, тем не менее, вы должны быть очень осторожны. Но ведь она... Я даже не знаю, психованная. Да, как неожиданно. Эти огни. О боже, эти огни. О боже, эти огни. Эти огни. Эти огни. Твои такие были. Какие у тебя были огни? Ты только свети в эти огни. Да, огни у тебя, конечно, были хорошие. Ну, важный момент были. Окей, погнали, погнали, окей, окей, погнали, окей, да. Не отвлекаемся, играем в игру. Провожаем Джой. Джой провожаем, камеру вот эту вот, опачки. Включаем. Давай, быстрее, в темпе иди. А что она не идет-то? Ей что не нравится-то? Посмотреть. Электро. Тебе не нравится телевизор рабочий? А, мужик стоит здесь, точно, ё-моё, я что-то не подумал, что он заметит ее. Вот сейчас ты можешь идти, Джой. Давай.
Там явно где-то впереди будут. Как тут? Ну, я забыл. Нет. Я просто опять на клавиатуре играю. Как здесь посмотреть-то, где призраки бушуют? Блин. Вот это вот все. Снова твой выход. Чтоб тут пройти, я должен в тебя вселиться. Неа, как я это ненавижу. Ну тогда сама иди. В смысле, без меня. Ладно. Не знаешь, что это за руки? Заблудшие души, наверное. То, во что превратились, если тут застряли. Или не двигались дальше, как ты. Куда бежишь-то? Я еще улику не взял. Заблудшая душа. Мы ж с тобой родственные души. Родственные души. Нет, нет, нет. Что делать? Так, иди дальше. Иди в палату Айрис. Нет, нет. Давай, пойдем вместе. Джой, выбора нет. Я разыщу тебя, как только что-нибудь придумаю. Иди. Так, добраться до палаты 216 в блоке усиленного надзора. Так, окейшки. Осмотреть. Так, лобби. Security. Смотреть. Не пройти. Это даже не улики, мы просто смотрим что-то. Ага. Здесь мы, кстати, сможем пройти. Так, интересненько. Не знаю, как будет смотреться на камеру вот этот мой момент, что я реально приболел маленечко. Хоть я и записал много видосов, но как бы я не могу серьезно без дела сидеть. Ну вот хочу записывать. Хочу записывать, хочу поиграть. И даже в таком состоянии я все нормально чувствую, просто голос, скорее всего, будет не такой, как обычно. Хотя, кто его знает, может, он будет обычный. В принципе-то да. В принципе-то да. Может измениться. Укрытие здесь. А как вот смотреть-то здесь этих призраков? А, во. Вот. На F. На F. F. Форсаж. На F. Finally. Наконец-то, да. Наконец-то возвращаемся в Murder Soul Suspect. И все красиво. Такая кисюка где? А где картошечка? Картошечка мягкая. Опачки, аккуратненько. И с по-любому есть улика. Я прям сразу чую. Мяу-мяу. 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 Опа. Необходимо еще 4 для полной картины. Окей. Так. Мяу-мяу. Мяу-мяу. Так, ладненько, спокойненько. А вот серьезно, друзья, вот вы задумывались, что все-таки... Игра говорит нам о том, что жизнь все-таки после смерти есть. То есть ты покидаешь свое тело. Но душа твоя призрачная остается. То есть ты как бы из оболочки этой выходишь. А что такое, киса, ты можешь идти? Опачки, аккуратненько. Я думал, это кошак лежит. Скрюченный. Но это череп. Дураки, что ли, совсем? Вы дураки, что ли, демоны? Вы чё? Демоноиды. Демоны. Вы чё, демоны? О, демот, демот. Так, Space, выйти. Кашук, выйти. А покинуть тело пока нельзя. Так, подожди-ка, еще покидать тело. Я вот эту улику еще не взял. Вот эту улику я еще не взял. Опять эти чертовы демоны, с которыми я, кстати говоря, плохо справляюсь. Я постоянно на них проигрываю. На этих демонах. Аккуратно, кисюки. Кисюки, аккуратли. А, кисюка, ну ты давай. Она не поняла, как она тут очутилась, эта кисюка. Она, наверное, же не понимает, когда в ней находится призрак. То есть призрак ей управляет в данную секунду. Так, здесь есть три поганые твари. Демоноиды. Демоноиды здесь есть три. И надо быть аккуратно спокойным, потому что демоноиды сейчас могут нас заметить. Спокойно. Опачки, ты кто? Что это? Это вовсе не мое. Кея, ты здесь работаешь? Прояви милосердие. Не могу помочь, прости. Так, ну он что-то не хочет нам особо помогать.
не хочет наш главный герой помогать особо, да, ему? Так, ладно. Ему сейчас не до этого, я так понимаю. Ха-ха. Так, ладно. Ага, понял. Понял, ага, ухожу. Понял, ага, ухожу. Ухожу, понял. Так. Сейчас мы эту одну тварь изгоним. А вот эта вот тварь нас видит, да, наверное? Блять, их сколько тут их много-то, жесть. Да в смысле? Блин, меня убьют сейчас. Прячься куда-нибудь, прячься. Блин, ну что-то такое-то, блин, Рона, ну Конор, ну серьезно. Блин, вот это, конечно, мне, конечно, не нравится. Вот эта вот хрень. Определенно просто. Да твою же, а. Да хорош, ну хорош, игра, ты чё? Я же даже не попался на этот момент. Где кисюка? Мяу-мяу. Оу, дэммит. Серьезно, похоже не на череп, а как будто котенок свернутый. Калачиком. Котенок как будто калачиком свернулся, спит спокойно. Так, не надо, дурачки, демоны, ублюдки. Я не знаю, я пробегу, наверное, их. Я не понимаю, как их убить. Это просто жесть какая-то. И сейчас вот этот заметит меня. Это просто жесть какая-то. Наверное, можно просто пробежать. Да в смысле, блядь? Пошла нахуй, тварь! Иди отсюда, тварь, иди отсюда! Иди отсюда! Отлично. Короче, я пробежал. Ну это жесть какая-то, это просто жесть. Ползи отсюда, ползи. Вон там сзади птица есть, можно отвлечь, как вариант. Вот я не пройду, кстати. Ну это жесть, друзья. Укрыться куда-нибудь! Твою мать, а? Какая жесть происходит. А, это жесть какая-то. А куда идти-то вообще надо? Их надо всех убить, что ли, этих демонов? Блять, так я правильно пришел, смысл, я пошел туда-обратно, блять. Ну это вообще жесть какая-то.
А давайте прочитаем что-нибудь здесь, информация. Когда я спросил Рекса, что он думает о предложении Ронана, он лишь улыбнулся. Ронан всегда ему нравился, и кажется, он просто удивился, что тот сделал традиционное предложение руки и сердца. Однако Ронан считает, что это добрый знак. Наверное, мне нужно думать так же. Окей, совет Рекс. За советом Рекса пойдем. Я, блин, правильно пришел сюда? Зачем я заново пошел к демонам? Ну, придурочный, а я? Вот же придурочный я. Подзабыл игру, подзабыл. Я такие уж нюансы-то уж не помню, естественно. Так, что-то он смотрит сюда, подожди-ка. Довольно круто смотрится, да? Вот реально, игре, друзья, 10 лет, и не знаю, мне до сих пор нравится. Вот я вроде бы много чего уже, как бы, какие игры знаю, видел. Возможно, просто мне эта игра нравится, и поэтому мне доставляет эти моменты все удовольствия. Так, ну, знания ничто, если не передавать им их новым поколениям. Пусть этот анатомический театр, возведенный в 1899 году, поможет опытным врачам передать свой опыт студентам. Я обычно не читаю здесь ничего, кроме мыслей каких-то Джули или еще чего-то. Вот как перемещаться, окей. То ли играть на геймпаде, то ли играть на клавиатуре мышки. Здесь мы не пройдем, да? Осмотреть. Адские врата, окей. Ты как здесь вообще, а? Эй, Ронан! Ты про меня забыл, что ли? Я не знаю, он промолчал, он проигнорил ее, друзья. Он просто взял и проигнорил. Еще две до полной картины. Каким темпом мы сможем найти все, наверное? Я так-то смотрю. Смотри-ка, я так-то это внимательно, да, все делаем. Погнали, камеру-то тут я отключаю. Опа. Можешь двигаться. Подожди-ка. Так. Газетная статья. Ну ладно, не будем читать про этого звонаря. С тобой боялись электрошока, но похоже уже поздно. Не говори так. Ну ладно, иди попробуй вытащить что-нибудь из этой невменяемой. Айрис, не волнуйся, я хочу помочь. Не трогай мою сестру! Я не буду трогать. Не подходите! Опа! На себе она меня видит. Круто. Кажется, этот знак я знаю. Я его уже видела. Я не помню. Может, в мамином досье? Я точно такое где-то видела. Этот означает защиту. Нет! Я знала, что это плохая идея. Стой! Договор? Она все помнит. Она соображает. Извини, малышка. Может, и зря я тебя сюда привел. Так, новая улика. Айрис видит меня. Информация. Опачки. Айрис видит меня. Она тоже медиум. Так, ну-ка, что там? What the fuck? Вот, действительно. Она меня как-то выкинула. А как она так сделала? Посмотрим, есть ли объяснение тому, что стало с этой девочкой. Как я уже сказал, друзья, отделенно вот это вот биоэнергический вот этот двойник от нашей, соответственно, живой плоти в момент призрачной ткани. Как-то так жизнь после смерти происходит. Только как вот эта вот
энергически в тот момент она только что отвергла. Ну, в смысле, как она только что меня выкинула, выбросила, и я не понимаю. Ну-ка. Зачем эти штуки? Это что, арт-терапия, а? Нет, голубые. Голубые глаза, холодные, как смерть. У кого голубые глаза? Смерть? Что еще за бред? Голубые глаза, волчьи глаза, стальной взгляд. Стальной? Стальной, это про нас, да, это окей. Что ты тут смотришь? Почему дверь не открывается? Вот, открылась. Она открылась, девочка. Так, ладно, пока надо собрать все улики. Улики надо все собрать, спокойно. Перевернутая дверь. Кровать. Дверь. Кажется, Айрис очень возбуждена. Так, окей, аж кровать аж перевернула. Анализировать. Что Айрис хотела сказать этим рисунком? Вот я что-то даже рисунки не понял. Ну там какие-то странные рожицы от... Счастье, погоня. Погоня по-любому. Пытки. Игривость. Нет. Пытки или счастье? Погоня, счастье, пытки. Ну, пытки. Так, еще Айрис поймана. Он настиг Айрис, она поймана была. Окей. Беспокойство. Окей, астральное тело в измерении дальше ходит, ищет все моменты. Вот вы, друзья, не задумывались, вот у меня в этой игре еще ни разу не было усов, а вы знаете, кто самый офигенный коп полицейский с усами? Вы правы, друзья, это не Ронан О'Коннор, конечно же, да, это Чак Норрис, да. Что Айрис хотела сказать этим рисунком? Вот этим? Сожженная на костре, это в любом случае. Шляпа, китайские колокольчики, наверное, звонарь. Это же логично. Знак на песке. Это относится к тому убийству, когда звонарь сжег кого-то у столба. Окей, звонарь-то да, звонарь он... Друзья, вот, серьезно, звонарь, он не тупой. Он реально не тупой, друзья. Вы вспомните, как он убил нашего Рона О'Коннора, друзья. Он с самого начала, друзья, он не тупил. Он взял его же оружие, и его же оружием, вон они, видите, вот эти вот пули, пробиты вот эти желтые, видите, друзья. Он же этим же, его же пистолетом, и его же еще и застрелил. То есть он наверняка его просто завалил. То есть, друзья, вот серьезно, не тупой. Звонарь, конечно, очень мощный. Маньяк в этой игре. Надо все-таки выяснить все, для чего это, и как это, и почему. Так, что за кашука? Кашука какой-то. Так. То я что-то еще где-то пропускаю, по-любому, да? Что, где я что пропускаю? Опачки. Что Айрис хотела сказать этим рисунком? Так, изоляция, братья, две девочки, по-любому. Изоляция подсолнухи. А, к чему? Связь между этими двумя девочками. Изоляция. И новая улика с ясной близнецы. У Айрис была сестра-близнец. Окей. Вывод. Вас хотят сжечь. Мне страшно. Айрис, беги одна. Нет, нет, беги, беги. Беги. Давай. Не трогай ее. Беги! Беги! Беги!
боже мой! Роуз спасла Айрис, но заплатила за это жизнью. Звонарь охотится на девушек. Ну-ну, что? Что ты видел? Бедняжка. Ее спасла сестра, когда их собирались сжечь. А вот ей она помочь не смогла. Убирайся! А, кстати, вот этими криками астральное пространство можно прогнать, по-моему. Айрис, как в фильме. Ты в порядке? Астрал. Кто смотрел фильм Астрал? Ронан? Это Роуз. Она горит. Она вселилась. Я же сказала, не подходи! Кто ты? Я Джой. Тебе здесь нельзя оставаться. Санитары. Это все, мне конец! Ладно. Возможно, Айрис это ключ ко всему. Помоги ей. Она пойдет с нами. Нет! Вы ее не соберете! Так. Хочешь, чтобы ее били током? Она остается. Хочешь спасти ее? Уходит с нами. Выбирай. Только не кричи. Биоэнергетический двойник все-таки опять смог вывод сделать и найти, и расследование это самое завершить. Опять он выяснил все от этого до этого. Соответственно, да, ну это же Ронан О'Коннора. Вы что хотели? Вы что хотели? Так, что такое у тебя здесь? Пождем. Пойдем. Так, надо как-то отвлечь, да? Так. И камера, да? Где камера? Вы идете, нет? Идут. Айрис, это ключ ко всему, может быть. Перейти в город. Да, перейдем. Сюда, в эту арку. Там никого. Почему мои самые страшные кошмары становятся все хуже? Так, сейчас разберемся. Не думала, что вновь это увижу. Ну, что тебе известно про этот договор? Ничего. Рассказывай. Это бессмыслица. Погоди. Значит, он просто спросил, не знаешь ли ты про какой-то договор? Он не спрашивал. Хотел, чтобы мы признались, что заключили договор с дьяволом. С дьяволом? Мы ничего ему не сделали. У него не было ни одной причины так поступать. Ни хрена себе. Одну девушку он топит, а другую сжигает. И где же я видел этот столб? Я сбросил с вершины, с окна. И еще я выстрелил в тебя. Да. Где я уже видел этот столб? Столб. Сходство знаков. Нет, смотри-ка. Стоп, вот. Приглашай на выставку, конечно же. Короче, смотри. Отведи Айрис в церковь. Убедись, что она в безопасности. Потом встретимся. Ладно, пошли, Айрис. Так. И каким же образом выставка в музее связана с убийством Роуз? Не, серьезно, друзья, вот после смерти все-таки наше тело умирает. Разум. Не знаю, что будет. Что с разумом? Душа. Душа, друзья. Душа. 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 Вот. Астральное пространство. Призрак. Смотреть выставку найти.
Все-таки что-то есть, друзья, есть какой-то вход в тот мир. И просто этого никто не знает, скорее всего, потому что никто не может этого знать. Это только могут узнать только после того, когда пройдут этап настоящей жизни. Ну, друзья, это возможно, это так. Я, кстати, всю жизнь думал, что после жизни ничего нету, но, наверное, нас об этом подразумевают. Все-таки нам говорят, все-таки что-то должно быть, что-то такое там должно быть. Покой, в основном, говорят, там свобода. И... да. Но если вот так вот будет призрачная душа, вот так вот ходить, что-то искать, выяснять, ну, это, наверное, может, только у избранных такое происходит, но... вряд ли у всех, наверное, только у избранных, потому что, ну, если каждый так душа будет ходить, как в этой игре, это, наверное, будет перебор. Это FPS куда-то прям улетает постоянненько. Постоянненько куда-то в FPS улетают. Так, мы, кстати, не нашли, походу, еще две вещи для полной картины. Ну, походу, уже и не нашли. Ну, здесь я напоминаю, я не особо здесь все прям прочитываю, не особо я прям здесь все нахожу, просто играю в свое удовольствие, потому что эту игру, и ту игру мне всегда нравилась. И всегда хотел ее, в принципе, записать. Так. Не понял. Не понял. Нельзя туда, что ли, переместиться? Камон. Там же улика. Нельзя туда переместиться. Вот как так вообще? Мы можем обойти. И не можем. Можем. И, кстати, не зря. Это все-таки мысли Джули. Это так странно. Жить с человеком, биография которого нарисована у него на коже. Я провела пальцами по знаку доллара в языках пламени. Ронан сказал, что ему татуировки набил ему отец. После первой кражи. Словно он гордился тем, что его сын вор. Меня шокировало признание Ронана в таком преступлении. Но, по крайней мере, он знает все свои плюсы и минусы. А ты знаешь свои плюсы и минусы, друг мой? Даже я не знаю свои минусы. Да и плюсы тоже. Так. Блять, а как выйти отсюда? Это как выйти-то отсюда, ва? Ну, твою же, а? Ну, прекрасно просто, что сказать. Так, вот здесь и сможем? Ага, все. Музей. Давайте пойдем. Мы явно уже пропустили что-то, возможно. Когда ищешь маньяка, все примерно так и бывает. Все эти убийства не на шутку взбудоражили город. У меня ощущение, будто время повернулось вспять. Однажды ведь Салем уже погружался в пучину подобного безумия. Ой, как я помню этот момент, друзья, я помню хорошо этот музей. Я прям хорошенечко прям помню этот музей, как будто вот недавно я играл. Почему я так запомнил? Извините, но продажа билетов начнется только завтра. Сегодня вход по приглашениям. Я не могла выбраться, от огня спасения не было. Мне не нужно приглашение, я могу так зайти. Я не могла выбраться, а так, там меня спасения не было. Прошу засвидетельствовать, что это чудовищное дело рассматривается судом в законном порядке. Теперь ты, сестра Патнем,
Ты обвиняешься в преднамеренном убийстве своих 7 детей, которые, как ты утверждаешь, были одержимы дьяволом. Этот урод ответит на мои вопросы. Это неправда. Меня порочит собственное дитя, дьявольское отродье. Дьявольское отродье? Мать твою, дьявольское отродье. Ах ты, дьявольское отродье, друзья. Кстати, кто еще вот, рассказывал вот эти вот моменты, вот типа... клиническая смерть вообще, и что это такое, и как это вообще получается и понимается. Эта высыпка как-нибудь связана с убийством звонаря. Сейчас мы посмотрим. Говорят, что типа, кто был, пережил клиническую смерть, типа они были там. Нет, они там не были. Они были, они лишь только видели начало этого. Но дальше они, друзья, туда не заходили. Да, вот как-то так. Это я вам, друзья, говорю из фактов. Значит, это не было способом казни. Верно. Но кого-то ведь именно так и убивали. Ага. Ну, а... По-моему, это трещина. Тогда в чем смысл? Нет. Заставить жертву заговорить. Заговорить? Как можно говорить с такими каменными глыбами на груди? Я тоже не очень понимаю. Да в смысле, это пятно, что ли? Блин, я никогда не подумал, что это пятно. Ну, звук-то как будто что-то трещина какая-то. Признайся, ведьма. Признайся в своих сношениях с силами зла. С самим дьяволом. Да, вот так вот, друзья. То есть, как бы они были, друзья, но самого загробного этого мира они не видели. Вот те, кто были в клинической смерти, друзья, вот этого. То, что есть после реальной смерти. Рыли, да, это так. Может быть, нет. Но я почему-то склонен к тому, что, скорее всего, да. Так, виселица. Неужели дети клеветали на родителей? Тем женщинам не сладко пришлось. Собственный ребенок. Пуритане действительно так говорили. Так, окей. Да. Селиться, читать ты мысли. Ух ты, люди реально тут умирали. Так, окей. Давайте улики искать, осмотреть детально. Это самое предназначено. И чё? Дом правосудия. Окей, Салемский особняк судьи, где-то все проходили процессы над ведьмами. Так, 2 из 7, давайте найдем все улики, на этом будем серию заканчивать. Я помню яркую вспышку, а потом... ничего. Понимаете. Понимаю тебя, бывает такое, да. Бывает тебя яркая вспышка, а потом ничего. Почему дерево до сих пор не сгнило? Интересный вопрос. Почему дерево до сих пор не сгнило? Ну, наверное, потому что... дерево долго гниет. Поезд перевозил боеприпасы. Он был как бомба на колесах. Тебя могли утопить за сплетни? Надо же. Сплетни это плохо, конечно. Как туда попасть? Что, уж так сурово. Походу, надо что-то здесь сначала выяснять. Интересно, их долго под водой держали? Думаю, достаточно. Что-то подобное этому засветилось в убийствах звонаря. Пытки. Пытки Софи и Роуз. Чтобы испытать дикий страх. Сожжена. И Роуз. Да, не София Роуз. Это публичное наказание. Роуз сожгли опа похожего столба. Да, как столбы мы уже, кстати, видели у этих столбы. Тебя при этом еще и топят. Неужели так действительно убивали людей? Так. Поезд перевозил боеприпасы. Он был как... бесполезный мужик. Так.
Окей, расследование здесь происходит, да. Дальше выходить нам не надо. Где-то здесь. Ага, еще одна улика. Это был довольно эффективный способ публичного опозорить человека, да. Есть вещи и похуже, но ведь это правда ужасно. Скажи. Еще парочку улик. Селиться мы смотрели. Опа, изучить. Копия документов с Алими. Так, у тебя что-то есть интересное здесь? Я вселялся в себя, кстати. Боже, бесполезный мужик. Так, сосредоточиться. Отпечаток ноги, друзья. Ну, я по звуку как будто сломанная доска. Да вы гоните, что ли? Ха, ну вы гоните. Вот, вот, друзья, ну как это? Ну, сломанная доска, значит. Да в смысле люк? Жесть. Ну, хотя, судя по всему, как он открывает это его. Пришло, Абигейл Уильямс. Нет. Ты проклятье, Салема. И сейчас ты заплатишь за свои грехи. Так, соответственно, друзья, старинный висель. Девочка-призрак из переулка. Это Абигейл Уильямс на... На этой виселице ее казнили несколько веков назад. Последняя улика, друзья. Последняя улика. Где же? Последняя улика всегда самая сложная. Где-то что-то пропустил, и теперь попробуй найди это. Попробуй теперь найди это. Так, ну и где? Я помню яркую вспышку, а потом... Ничего. Яркую вспышку, а потом ничего. Может, она что-то говорит? Может быть, она что-то такое тайное рассказывает? Это вот дерево подозрительное. Нет. Блин, где? Поезд перевозил боеприпасы. Он был как бомба на колесах. Нашел. Так, что-то подобное этому засветилось убийственное. Так, затушить вода. Так, Роуз. А, не, София. София теперь уже. Роуз была. А, та была удушена, та была сожжена. Огонь. Лед. Подожди, подожди. Подожди, это мне здесь. Вода. Утоплена же была. Утопление задуши утоплено. И вывод, наконец-то же. Ну давай, ты мега-человек. Звонарь расправлялся с жертвами так же, как пытали ведьм. И почему именно так? Странно, что тут нет про обвинителей, ведь это важная часть истории Салема. Ну, вообще-то, некоторые экспонаты еще не выставлены. Сейчас они наверху, в кабинете реставраторов, ждут своего часа. Нужно выяснить, что здесь еще есть.
Короче, про жизнь после смерти поговорим дальше в следующих сериях, потому что, друзья, остается всего две серии. Предпоследняя и финальная серия по Murder Soul Suspect. Я знаю, друзья, осталось до конца игры меньше 2 часов. Мы записываем по 50 минут, то есть, соответственно, еще осталось две серии. На этом пока закончим, соответственно, эту серию. Или еще продвинемся. Где сохранение? Было сохранение, кстати говоря? Нам придется, может, заново все это расследовать. Это же неправильно будет. Сохранение было, я спрашиваю? Ну, поди, было сохранение. Чего ж тут? Фу! Ни хрена себе, друзья. Ни хрена себе, сбило поездом. В общем, друзья, давайте на этом так закончим серию. В принципе, на этом, соответственно, и мы начнем следующую серию. Пока на этом вы сами все знаете. Подписывайтесь, ставьте лайк, комментируйте, делитесь на трансляциях и на продолжение игры Murder Soul Suspect. Всем пока!